Спасибо за приглашение. Значит, я представляю две организации. Это организация НПО ПКРБ из системы госкорпорации Ростех и всем известный вычислительный центр имени Дранницы. Называется механический и физический смысл зета-функции Риммана. Ну, я в связи с этим напомню основные определения от зета-функции Риммана. Вот, она определяется как сходным образом сумма ряда n в степени минус s по n бесконечности. Имеется соответствующая скорость Рейлера. Вот, и функция может быть также представлена. Вот. А у вас еще есть? А там есть у вас? Ну. И имеется вот такое представление по простым числам в виде такой агрессии. Но основные свойства, которые известны, поскольку здесь речь не пойдет о каких-то многочисленных аналитических аспектах, а о физическом и конечном смысле, то я только вот кратко перечисляю основные свойства. Это функциональное уравнение. Вот, можно ввести функцию, модифицированную по отношению к этой функции Риммана, которая вот здесь изображена. Тогда функциональное уравнение резко упрощается и становится такого зеркально-симметричного вида. Вот. Ну и известно также, что эта функция Риммана имеет мероморфное продолжение во всю комплексную плоскость вот двумя простыми полюсами нулей и единицы. Ну и стоит отметить также, что оно ограничено вне нулей и единицы, если мы поставим там вертикальные прямые, комплексные плоскости, параллельные мимо оси, вот там есть ограничение. Но появление следов зета-функции Риммана в механике, поскольку именно так генетически она возникает, связано с уравнением Эйлера-Пуассона. Это классическое уравнение, которое описывает движение тяжелого твердого тела в классическом плоско-параллельном поле тяжести. Соответственно, уравнение делится на две части. Это кинематическое уравнение Пуассона, связывающее такие классические переменные гамма и омега, векторные они обозначаются, вот, которые, соответственно, обозначают омегу угловую скорость, гамма отвечает за конфигурацию тела, связанную с направляющими косинусами. Я на них не останавливаюсь подробно. Вот. Сейчас на их структуре. Вот. Ну и вот это вот динамические уравнения Эйлера. Соответственно, динамические уравнения и кинематические замыкают по количеству неизвестных и количеству уравнений эту систему. Вот. Ну и, соответственно, параметры у этой системы – это тензор инерции, который отвечает за геометрию масс. Вот, естественным образом, задачу с кривым каким-то таким телом, тело такой неровной формы, вот, точка закрепления которого вот здесь, соответственно, центр масс вот здесь, вектор тяжести вот здесь, то есть это все происходит, вращение этой болванки вот в трехмерном пространстве вот с такими параметрами закрепления, то тогда вот это кривое тело можно редуцировать эллипсоидной инерцией и, соответственно, центр инерции диагонализируется. Вот. Ну вот из этих вот уравнений, казалось бы, что там механика, вот, такая классическая, про нее известно много чего, как интегрируемые случаи, вот, вопросы вообще интегрируемости здесь вроде бы как известны с точки зрения вот, работ классиков, в том числе там Понкаре и так далее. Вот. Но, тем не менее,
Значит, вот в 2007 году и вот не так давно мне удалось показать, соответственно, что имеет место парадоксальное такое утверждение, вот, и оно аргументировано было в 2007 году публикациями «Механики твердого тела» после того, как я сделал, особо ни на что, так сказать, не рассчитывая, доклад в Донецке на конференции по вот, вот как бы такая центральная организация по движению вот этих волчков. И результат состоял в следующем, что уравнение Эйлера-Пуассона, тем не менее, является точно разрешимой гамильтоновой системой в самом сильном смысле этого слова. Вот. И проекции на как бы классику, то есть вот есть классическая разрешимость по Лиувиллю, как система там гамильтонова с n степенями свободы, это не обязательно гамильтон. У нее есть n интегралов независимых в инволюции, тогда она интегрируется. Вот. Значит, соответственно, много аспектов есть, но я вот специально здесь останавливаюсь на аспектах, связанных с интегрируемостью вот, ну, в таком современном смысле на алгебре. Оказалось, что здесь группа симметрий, которая полностью обслуживает эту задачу, вот, и инвариантные, как бы, и решение является инвариантной функцией на ней, она не SO3. Вот, это функциональная симметрия SO5 группа ортогональная, значит, матрица 5 на 5, но дополнительно на этом деле C0, топология непрерывная. Соответственно, эквивалентная, то есть изоморфная, там, аналитически диффеоморфная симметрия связана с пространством Лобачевского. Значит, появляется пространство Лобачевского, вот, и, соответственно, изометрии непрерывные этого пространства Лобачевского, они вот изоморфные SO5, вот это и, соответственно, вот посередке стоит центральная симметрия евклидового пространства E3 с точкой O, которая центр закрепления волчка, и класс гладкости C0. То есть, ну, это вообще как бы такой простой образ, центральная симметрия вот в трехмерном пространстве. Вот, центральная симметрия состоит из двух типов симметрии, это поворот на 180 и отражение зеркальное относительно центра симметрии. Вот. Две образующих, но как бы топология непрерывная, это вносит определенную нетривиальность, вот, и имеет эквивалентность вот этих трех симметрий. То есть таким образом возникает с одной стороны как такой стрессовый поворот, потому что ну, уравнения Пуассона, они для там, только вот, конкретных значений параметров значит, имеют конечные решение у эллиптических это функции второго рода для случая Ковалевской, но пока вот так. Но согласование я сейчас все выполню. И еще раз вот хочу вот сделать здесь акцент, что я иду к Z-функции Риммана, вот, но нужно сначала все-таки базу обозначить, рассказать. Вот. Таким образом, вот появляются наконец Z-подобные объекты. Значит, если мы вот на этих симметриях запишем инвариантные функции, то фазовый поток уравнения Пуассона, вот обозначение, он представляется таким образом. Надо взять экспоненту от Z-функции эллиптических кривых. Вот это ключевой аналитический момент, которого в классике категорически не было никогда, с рациональными коэффициентами кривые берутся. Значит, я, естественно, про это дальше расскажу. Но определение и комментарии. Соответственно, эллиптические функции с рациональными кривыми все берутся. То есть множество эллиптических кривых, точнее, не функций, кривых с рациональными коэффициентами, оно вот по факту на сегодняшний день науке непонятно. То есть его структура непонятна, и этот вопрос очень актуальный. Вот. Но формально берем вот все множество эллиптических кривых, подставляем, вот, возникает эта функция эллиптической кривой, это аналитическая функция как раз с особенностями в нуле в один с полюсами.
И вот множество всех таких e в степени z функций образует вот решение, утверждается теоретически. Соответственно, можно представить более таком компактным образом вот этот объект аналитический. Вместо того, чтобы вот эти разговоры про все множество эллиптических кривых, которые непонятно как устроены, значит, можно записать это вот в более компактном виде, взять параболическую форму веса 12, вот я дам ее определение, и тогда e в степени z-функция этой параболической формы веса 12, это единственная параболическая форма веса 12 Дедекинда Рамануджана, значит, ее определение будет ниже, можно вот это все записать. Таким образом, с одной стороны, возникает для механиков категорически как бы непонятный такой вот аппарат с виду, но, тем не менее, после всякого рода интерпретаций, значит, удается провести такую вообще детскую, с моей точки зрения, интерпретацию общего решения вот в этих функциях. Значит, аналогичную тому, что мы ставим маятник вертикальное равновесие, вот, а это, кстати, частный случай вот этих уравнений, и он, значит, при определенных условиях стоит. Ну вот, здесь надо взять вместо полки, вместо стержня маятникового, такой вот однородный тетраэдр, и тоже, значит, по аналогии поставить его вертикально вот этом плоско-параллельном поле тяжести. Значит, тут все существенно трехмерно, все это вот физические типа, так скажем. Вот. Но здесь, конечно, есть тонкости, потому что возникает некоторая скрытая симметрия от классики, она спиной характер носит. Ну, конечно же, значит, какие-то ее следы мы дальше увидим. Вот. Таким образом, определения, связанные с вот этими функциями в общем решении, они существенно z-подобные. Вот. И вот, скажем, z-функция, а z-функция, как бы вот здесь она появляется, вот z-функция. Вообще-то в общем случае функция появляется. Но для уравнения Пуассона z-функция, вот эти вот арифметические. Значит, z-функция эллиптической кривой с рациональными коэффициентами, но в учебниках по аналитической теории чисел и по арифметической геометрии, значит, она есть. Она состоит из локальных, то есть областью определения вообще задача оказывается не просто там комплексное время, но это время обязательно встроено, как бы простые числа являются фундаментальной частью области определения. Соответственно, локальный множитель, когда E, кривая эллиптическая, специализируется по модулю P, эллиптическая кривая, это одномерное многообразие, в обычном смысле как тор, ну, можно редуцировать по модулю, значит, P, вот, ну, а потом склеить это все для всех P, вот, и возникнет произведение, вот, склеивающее произведение, это функция вот этой искомой. Соответственно, ну, компоненты p в степени минус s, это вот u, и коэффициент an, это вот число точек специализации или редукции кривой e в поле Galois FPL. Соответственно, дельта 12, вот эта вот форма, с помощью которой удалось все это соединить, она в виде классическом Дедекинд и Рамануджан занимались этим вопросом, соответственно, это очень важный объект математики. Вот. Ну, то, что это параболическая форма веса 12, это вот здесь, вот 12, значит, то, что это форма такая модулярная, это вот соотношение вот для модулярных форм, их определяющее. Вот, поэтому здесь вот и написано, что это модулярная форма веса 12. Вот. Ну, у нее есть и L-функция, знаменитая L-функция, ей занимались многие люди, оценивали вот эти вот коэффициенты в связи с тем, что Рамануджан, великий, так сказать, числовик гениальный, он высказал про них важные гипотезы для современной математики.
Вот, ну, кроме L-функции, вот то, что нам надо, Z-функция есть, и эта Z-функция этой параболической формы, она удовлетворяет вот этому функциональному уравнению, ну, практически такому же, как и для эллиптических кривых уравнений. Соответственно, как это соотносится с классикой, условно обозначенной КАМ, Колмогоров, Арнольд, Мозер, вот базовая теория, основанная на теореме Арнольда, про то, что некритические слои в атомном пространстве гамильтонианов и интегралов, они значит, описывают динамику как прямолинейный поток в виде таких вот прямолинейных обмоток на плоских, таких вот компактных микротректорах. Речь идет о том, что у нас все компактно. Вот. И, соответственно, аналитически это все представляется классическими тет-квадратурами. Самый сложный вариант здесь классика для волчков, для уравнения Лапласона, это случай Ковалевской гиперэллиптической квадратуры, то есть род 2 поверхности там, а Тейлор и Лагранж случай 1 там тоже. Ну и есть интерпретация, она там, так скажем, интерпретация геометрическая Пуансо, вот здесь она есть, которая интерпретирует решение в случае специализации КАМ-теории, вот, теорема Льюиля-Арнольда для уравнений Тейлора-Пуассона, вот, рассматриваемых, это вот нужно в сферу вписать кубик правильный и без проскальзывания катать этот куб так, чтобы куб катился по ребрам, потом по граням, ну вот таким образом. Но он вписан в сферу жестко, и вот как бы интерпретация имеет такой вид. Это все как бы очень параллельно учебной литературе для механики. Соответственно, тем не менее, значит, как вот те решения, про которые я говорил, связанные с классикой? Ну, надо просто классику в силу уравнений продолжить в t равно бесконечность. То есть, вот смотрите, маятник стоит вертикально, но у него есть асимптотическое движение к вертикальному равновесию с этой стороны. Т стремится к плюс-минус бесконечности, когда Т стремится к минус-плюс бесконечности, вот с этой стороны. Значит, Т равно бесконечности, вертикальное равновесие. Оказывается, как бы в силу аналитичности системы, или то, что система выдерживает инволюцию обратимости по времени, вот, то есть вот это фундаментальная такая симметрия в исходных уравнениях, если вот Т, скажем, на минус Т замените, уравнения останутся на месте, и вот инвариантное множество, связанное с вертикальным равновесием, оно тоже, естественно, выдерживает эту симметрию. Более того, это как бы такая универсальное инвариантное многообразие, максимальная размерность для этой симметрии. Вот. И оно является чрезвычайно важным, собственно говоря, в нем все дело. Вот. Ну, отмечу, что в предыдущих, вот, в первом докладе, там как-то есть тема, была тема тоже связанная с этим, с этой обратимостью, похоже очень. Вот, так вот, значит, уточняется за счет того, что мы аналитически продолжаем классику вот в этих, выраженную в этих формулах и вот в этой интерпретации в t равной бесконечности, продолжение существует, оно нетривиально, и геометрически вот представляется почти тем же самым, но только нужно детализировать вот классическую картинку, провести главные диагонали в кубе, их 4 штуки, вот, и катить шар со вписанным правильным кубом у него так, чтобы самосовмещалось все эти 4 диагонали, вот они самосовмещались. Вот, это более богатый в симметрийном отношении так, вариант отображения вот этого. Соответственно, возникают здесь вот два генерирующих периода, связанные с периодами эллиптических функций, вот, вот классических, там два периода, они в комплектной куске. Здесь возникает, соответственно, 4 вот, по числу диагоналей. Вот, поэтому картина более такая симметрийно богатая, вот классика в нее вписывается тем, что, значит, нужно просто взять и стереографическую проекцию. Вот здесь существует стереографическая проекция отсюда сюда,
вот, в школьном таком смысле, но вот нужно следить за проекцией при этом всей вот этой вписанной картины сюда. Так что возникает такая у меня богатая комбинаторика. И тогда мы увидим классику в образе стереографической проекции. И из классики мы как бы собираем вот эти вот, ну как вот из плоских, ну как мы сферу собираем из стереографических проекций или окружность, там прямые, она там между ними, значит, стереографические проекции туда, сюда, и вот мы их склеим. Вот, склейка — это и есть вот это аналитическое продолжение. А сама проекция — это нужно взять и, значит, сделать редукцию по так называемому линейному интегралу, который имеется. Вот. Ну, здесь я так очень аккуратно говорю, в том смысле, что вообще-то надо вот эту редукцию учитывать и делать ее аккуратно. Вот, чтобы избегать вот этих аналитических продолжений. Так вот, ну так, еще один, я этот слайд, он как бы перегружен немножко текстом, но я вот на картинке ваше внимание бы заострил. Значит, речь идет о том, что вот функции, которые записаны, они состоят из слагаемых там, эти ряды. Вот, и можно на каждое слагаемое смотреть следующим образом, с геометрической точки зрения. Вот, значит, слагаемые там являются произведением вот... коэффициента, связанного со специализацией эллиптической кривой, вот Pn поле и P минус S. Значит, вот, возьмем, рассмотрим куб. Этот куб центрально подобным образом начнем раздувать таким образом, что он расширяется по таким вот по трех, как бы по трехмерной спирали, то есть на его гранях двумерных вот архимедовые спирали такие правильные. И вот, значит, это все дело таким образом по граням расширяется, но все это согласовано, расширение по граням. Вот. И возникает такая трехмерная в итоге спираль, которая вот на куб расширяющийся опирается. И, соответственно, вот эти витки, которые можно здесь увидеть, они являются такими групповыми структурами на этой на этом кубе, который тоже имеет групповую структуру. Вот, я на этом не останавливаюсь пока что. Вот. Но, в общем, суть такая, что коэффициент вот этот, связанный с количеством точек эллиптической кривой, отвечает за длину нарастающего количества витков. Вот, как бы за длину, вот, за длину этой трехмерной спирали. Коэффициент p в степени s, p в степени минус s отвечает за площадь, которые заметают, значит, вот эти вот спирали, и, соответственно, весь куб отвечает за объем. Вот такой вот как бы объемный групповой самоподобный куб с вот такой вот очень естественной структурой геометрической. Собственно говоря, если вы попробуете в трехмерном пространстве определить, что такое аналог архимедовой спирали, то как бы вот он и получится. Соответственно, здесь я должен, поскольку этот функция Риммана будет интерпретирован как вертикальный, значит, аналог вертикального положения математического маятника, у которого, соответственно, есть все атрибуты интегрируемой кам вот этой истории, соответственно, переменные действия и угол φ представляют собой e в степени z, функции от эллиптических кривых с рациональными коэффициентами, но вот здесь я должен отметить, что в отличие от стандартных кривых эллиптических вот, над полем комплексных чисел y квадрат равно полинома третьей степени от x в их уравнении, здесь классы эквивалентности нетривиально возникают, там нету их. Вот. А вот это вот Hill-индекс означает классы изогенности эллиптических кривых с рациональными коэффициентами. Вот как бы мы берем и максимально пакуем информацию в такой вот форме e в степени там z функция, аргумент s, и, значит, есть аргумент вот этот специализирующий в силу уравнения, как бы. Вот. Он такой категорный немножко, потому что множество большое, непонятная структура немножко. Но тем не менее, аналитически это все записывается.
можно программировать. Соответственно, E в степени, вот смотрите, ZS один аргумент. Значит, система с одной степенью свободы. Вот после вот аналитического продолжения система с шестью степенями свободы, шестью, становится системой с одной степенью свободы. Вот, и интерпретируется вот как аналог вертикального равновесия. Вот. Собственно, вот механические интерпретации. Ну вот и переменные действия, сопряженные переменный угол в контексте КАМ-теории, они вот так вот описываются, видите, через функциональное уравнение. Возникает естественно динамический смысл функционального уравнения. Вот. Ну и вот знак уравнения функционального есть равно, это как раз и есть фазовый поток E в степени z от функции Арнольд-Джан. Вот, ну, вот видите, появляются фамилии Дедекинтер, Монуджан, там, вообще-то, главная фамилия здесь, видимо, была бы связанная с тем, что вот эти вот вещи, они описывают модулярную параметризацию эллиптической кривой с рациональными коэффициентами. Вот. Значит, вот это вот просто ее аналитическое продолжение. Но поскольку не это есть предмет лекции, то там главная фамилия Эндрю Уайлз. Соответственно, ну, здесь я, наверное, пропущу первую часть слайда и просто прокомментирую. Независимый интеграл в инволюции, который в классике после аналитического продолжения вот f на h равно нулю переходит в тождество Якоби. Вот в этой части слева, но равно не нулю, а и пополам. Изначально некоммутативное тождество Якоби для аналитически продолженной классики. Вот. И представляет, в общем, поскольку тетраэдр как бы является таким жестким объектом, связанным с твердым телом и определяет полностью его динамику, если мы дадим динамику тетраэдра, вот, то тело, значит, определится однозначная динамика, ну и наоборот. Поэтому это, ну, я назвал это тетраэдральные алгебры Ли. Вот, они какие-то некоммутативные, очевидно, наверное, новые. Все дело бутылки Клейна, трехмерной, оказывается, соответственно. Трехмерная бутылка Клейна – это объект не специальным образом появляющийся, но вот необходим он просто получается как канонический аналог двумерной бутылки Клейна и представляет собой, вот, ну, много есть определений, но вот я увидел ее светлый образ в том, что надо взять просто сепаратрису волчка Эйлера и ее вот в контексте аналитического продолжения посмотреть образ при аналитическом продолжении. Вот. Соответственно, если нарисовать это в одномерном сечении, вот вертикальное равновесие маятника, вот с двух сторон двоякое асимптотическое движение, так оно называется. И тогда вот тут Клейна получается таким образом, что, ну, скажем, вот этот вот идеальный элемент, то есть нейтральный элемент эллиптической кривой, цикл которой один вот, асимптотическое движение вот в этом направлении, а другой цикл в обратном направлении. Эта эллиптическая кривая с рациональными коэффициентами оказывается вот в силу специфики асимптотического стремления. Вот. То есть это такой якобиан универсальной эллиптической кривой, вот ее такой вот образ на сечении. И, соответственно, такое плоское многообразие. Вот, есть здесь приведено много определений, вот, но эквивалентно, и там смысл, просто время идет. И я скажу по-простому, вот как вот она бы вот для определяла для школьников, скажем, вот обычный бутылок Клейна у нас определяется квадрат, перекручиваем в противоположные стороны одну пару, соединяем и заклеиваем как бы оставшуюся. Здесь то же самое, только для куба надо проделать. Вот. Ну, есть определенные нюансы, потому что нам нужно склеивать так, чтобы склейка по одной паре грани как была косо-симметричной, по другой симметричной.
Вот, но слава богу, в трехмерном случае только в нем. Вот, в других размерностях выше это не проходит. Есть вот такая корректная склейка именно. Вот. В общем, это трехмерный канонический аналог вот бутылки Плейна, про который я вам сказал, полученный из Мёбиуса от отождествления вот этих вот настоящих граней. Вот это такой вот как бы диагональ в фазовом пространстве получается. А сколько их времени? Осталось 8 минут. 8 минут, да. Ну вот, то есть, это вот, на ней все держится. Вот. На ней все держится. Потому что, ну вот, оказывается, что в фазовом пространстве есть такая корректно определенная диагональ. Вот. Ее образ для математического маятника, это вот обычная сепаратрисная, так сказать, сепаратрис математического маятника. Вот, она разделяет традиционный и маятниковый тип движения. Здесь вот есть некий аналог. Но как это вот еще можно представить? Вот в этот райдер вписываете в тело и ставите его в вертикальное равновесие. Вот это суть аналитического вот этого продолжения, такая вот термерная. Ну вот и как бы с одной стороны и с другой стороны. Вот еще и третья сторона есть, поскольку у этого райдера есть три реберных медианы. То есть вот их как бы не видишь часто, но вот они есть. Значит, вот этот райдер правильный, есть скрещивающие стороны. Райдер скрещивающий. Между ними через стенд проходит отрезок. Вот. Значит, соответственно, это реберные медианы. Их три штуки, они под углом 90 градусов. Вы самосовмещаете реберные медианы, самосовмещается этот райдер. Как бы это и есть, вот на пальцах объяснить, что происходит в общем с симметрией этого самого волчка классического. И комбинаторика всех этих самосовмещений дает интегрируемый случай. Можно увидеть вот на пальцах, чему соответствует даже случай Ковалевского. Чем мы сейчас заниматься не будем. Вот. Ну, вообще, парадоксальным образом, вот, но это отдельная как бы тема, если там будет желание, можно посмотреть, это физически реализованная бутылка Плейна. Значит, у меня там просто ролик есть. Вот был взят такой параллелепипед. Это все в космосе происходит на МКС. Значит, параллелепипед там картонные там для чего-то банки консервные у них с едой были. Вот. Соответственно, крутили вокруг пары сторон, которые соответствуют наибольшему и наименьшему моменту инерции. Вот. И как бы она вот нормально крутилась вот так вот по космической станции. А когда вокруг средней крутанули, то вот она по бутылке Плейна по этой трехмерной полетела. То есть там два кувырка, и при этом менялось направление собственного вращения. Вот. Но это надо смотреть, лучше посмотреть, чем слушать. Вот. Но вот, тем не менее, это эффект Дженнибекова. Вот. Фундаментальнейший эффект, такой, который вот сейчас в центре внимания механиков. Соответственно, есть геометрическая интерпретация всего этого дела. Вот первая была там с этим вписанным кубом в сферу. Но в координатах можно записать, возникают просто неэквивалентные аналитические структуры на четырехмерной сфере, и каждый тип такой структуры соответствует интегрированному случаю. Это что-то в духе Дональдсона, конечно, там, но тем не менее, вот берем одномерную окружность, как бы катим по прямой, e в степени t решение, то есть отображение качения вот так. А здесь отображение качения E в степени Z от функции вот этих классов изогенности эллиптических кривых. Берешь четырехмерную сферу, она таким многозначным вот образом, вот циклом, который скрытый цикл возникает, это вот интегрируемые потоки как раз, их не видно так вот в классическом рассмотрении. То есть возникает вот такая вот интерпретация интегрируемых случаев, что это типы, значит, C1 глобальных таких гладких структур класса C1, один раз дифференцируемых на четырехмерной сфере. Вот CW, это CW комплекс, они у него как бы организованы таким вот образом. Ну и связь с аналитической связь, на всякий случай, я все-таки как бы хотел аргументации того, что первый шаг индукции, он осмысленный, потому что эта функция, она просто будет индукцией, вот все, что я говорю. Вот, соответственно, ну, классические решения можно так
компактную представить в виде тета-функции копии такой основной. Вот. Ну, там, как бы увидеть, как специализируются остальные из нее. Вот. Но вот она имеет такой вот вид пуассоновский. Ну, и есть связь тета и зета, так называемая. Ну, когда у вас классическая тета-функция и классическая тета-функция и копия связь чуть более сложная, но вот в данном случае, если вы этот интеграл берете по эллиптической кривой и дополняете ее идеальным элементом на бесконечности, то есть тут точка t равно бесконечность вот таким вот странным, ну, в общем, естественным образом теряет мистический смысл. Это просто нейтральный элемент эллиптической кривой с рациональными коэффициентами, которая встроена в классический фазовый поток, потому что классический фазовый поток это y равно p3 от x полином 3-й степени от x классической эллиптической кривой. Мы берем просто подмножество этих кривых, то есть рациональную динамику, работаем с продолжением этой рациональной динамики вертикальной равновесия. Забывается, уходит при этом вся как бы динамика классическая, вот, и получается, вот, скажем, посредством этой формулы z как бы такая версия более высокого уровня в классе, в смысле класса трансцендентности. Значит, вот такая вот связь, это преобразование Меллина. Вот, но оно вот типа как у физиков, там, вдоль фазовых траекторий, как-то в духе фейнманских интегралов. Вот так можно сказать. Здесь я отслеживаю, кстати, эту связь постоянно. Ну, здесь больше про механику, конечно. Вот. И, соответственно, возникает вот, вот такая вот как бы аналитическая связь. То есть никакой вот мистики, схоластики или там того, что вот взяли функции какие-то новые, там вот, пожалуйста, нет. Значит, есть связь, вот такая вот, она осмысленная, вот, вот этот вот коэффициент, который как бы отвечает за эту связь, это как раз и есть диагональ вот этого куба, то есть мы вводим такую нормировку на диагональное центральное пуассоновское многообразие, вот, пожалуйста, спектр этого многообразия, вот, отлично. Вот, ну и, соответственно, вот теперь уже мы добрались, слава богу, до гипотетического здесь. А, минуточку. Да, значит, вот смотрите, есть этот самый маятник классический, описывается он вот теми функциями, про которых я говорил. Значит, в случае классической Ковалевской строен как бы общее решение так, Лагранжа, Эйлера так, значит, есть и тривиальный волчок вот так, как бы это вот оказывается, но как бы интерпретируется как новый модулярный, то есть обобщающий все, у него все встроены в любом случае. Вот, но это точно можно показать. Вот, есть много частных случаев, я на них не останавливаюсь. Вот, это физические маятники, так называемые. И тогда интерпретация зета, механического смысла зета-функции Риммана выглядит так, что это просто гамильтониан аналитического математического маятника вертикального равновесия. Точка. Вот, но, значит, устроен он вот, описанным выше образом и, по сути, является таким каноническим R, вещественно-аналитическим возмущением классического математического маятника. Вот. Ну, здесь я на этом не останавливался. Это то же самое, что и тривиальный волчок трехмерный. Вот. То есть это не просто маятник, стоящий в вертикальном равновесии, это вся теория возмущений вот, для аналитического маятника. Если гамильтониан математического маятника H0, то мы рассматриваем классическую теорию возмущений, нормируем на центральный введенный сегодня объект, бутылку Клейна, по сути это замена времени общая, глобальная такая, и получается как раз гипотетический n-звенный маятник, каждому порядку теории возмущения соответствует звено маятника, вот они все так согласованно образом вертикально стоят, вот это вот все до неба уходит в бесконечность, и гамильтониан всего этого дела z-функции Риммана. Все, спасибо.